Сбой логистической цепочки, именно эта причина стала решающей в ситуации с перебоями в поставке сахара на предприятии и в торговые точки Иркутской области. Об этом сообщил директор крупнейшего в России производителя этого продовольственного товара. Сейчас же проблема решена, и уже во втором квартале 2022 в Прибайкалье доставят 8230 тонн сахара. Также осенью в Иркутской области будет создан достаточный запас сахара, чтобы не допустить дефицита. По имеющимся данным, потребность в сахаре, включая производство кондитерских изделий в нашем регионе, составляет почти 75,5 тысяч тонн в год. Сейчас на складах в Прибайкале находится более 700 тонн сахара, при этом отгрузки идут постоянно. Напомним, с начала марта в Иркутской области отмечался резкий спрос и увеличение стоимости сахара. За неделю показатель розничной продажи вырос более чем в два раза, кроме того, дефицит продовольственного товара наблюдался и на предприятиях пищевой промышленности. И нас заверили, что дефицита сахара не будет. И вот ежеквартально в целом нам на год нужно около 75 тысяч тонн. А на второй квартал нам нужно больше 8 тысяч тонн. Сегодня компания подтвердила, что эти объемы все предоставят. Ну и проговорили отдельно по ценовой политике. Сегодня мне заверили компании, что отпускная цена за 1 килограмм сахара составляет 80 рублей. Все, что выше, я считаю, что это цена панических настроений.